Югорчан отметили почетной наградой «Команда Путина». Она инициирована Общероссийским народным фронтом и вручается россиянам, которые делают жизнь в нашей стране лучше, в том числе подвергая риску свою жизнь и здоровье. Премии отмечены 16 активистов со всего региона. В их числе врачи и медсестры, руководители НКО, участники гуманитарных миссий, спасатели и общественные деятели. Напомню, первая церемония награждения состоялась в октябре прошлого года. Тогда лауреатами премии стали 10 наших земляков. И вот спустя несколько месяцев в списке награжденных появились новые фамилии. Мы занимаемся благим делом, спасаем человеческие жизни, да и всем, кому нужна помощь. Ты отдаешь всего себя, чтобы спасать, выручить других людей. Как сказать, заняться таким благородным делом. Я думаю, это самое важное. Также на торжественной церемонии состоялось награждение активных участников проекта «Народный фронт». Все для победы. Их добровольческая деятельность часто начиналась с личной истории. Сына Ларисы Сунгатовой призвали на службу в прошлом году. Чтобы успеть на проводы, женщина спешно приехала из Ижевска в родную Таллинку. Там она и собрала свою команду добровольцев. Волонтеры отшивают постельное белье и медицинские халаты в госпитале, непромокаемые подушки и матрасы, перевязочные косынки и бандажи. В бригаде добровольцев трудятся десятки мастериц. Мы также, как многие волонтеры, плетем маскировочные сети. У нас небольшой поселок, но у нас каждый день из-под рук наших мастериц выходит по одной, по полторы сетки маскировочных. Сети 3 на 6. Да, это у меня девочки большие молодцы.